Уважаемые жители Курагинского района, в Новый год принято посмотреть, как мы прожили этот год, выстроить планы на будущее. И я бы хотел это тоже сделать. 2016 год был для нас очень тяжелый. Сказали санкции, введенные против нашей страны. Сказалось уменьшение краевого бюджета и районного бюджета, естественно, тоже. Как в данной ситуации стояла задача не уронить те социальные завоевания, то положение, те позиции, которые у нас были в образовании, в культуре, в медицине. Как управлять теми негативными процессами, которые были в промзоне, вызванная остановкой либо приостановкой градообразующих предприятий. Но прошел год, и сейчас можно с уверенностью сказать, мы с вами смогли удержать наши завоеванные позиции. Проведены ремонты, капитальные ремонты, улучшения структурно-инженерные, проекты по модернизации котельных Маринина, Брагина, Детлова. Решен вопрос, принципиально решен вопрос по холодной воде в городе Артемовске. В этом году, как никогда, много выделено денег, и они грамотно, целенаправленно использованы по ремонту внутри муниципальных образований, межпоселенческих дорог. Очень приятно видеть, как наши муниципальные образования выиграли гранты по благоустройству. Это поселок Краснокаменск, это Шелоболино, Рощинский поселок. Проведены ряд капитальных ремонтов, связанные с восстановлением школы в Тюхтятах. Отремонтирована Березовская школа. Это пример, когда грамотный подход использования муниципальных средств с добавлением или с участием градообразующих предприятий поселка Березовский Турчаново. Это отремонтированный ДК поселок Большая Ирба. При этом в течение всех этих мероприятий мне бы хотелось отметить неравнодушное отношение наших жителей нашего района, в результате которых удалось вовремя вмешаться и организовать достойное исполнение, выполнение этих объемов с хорошим качеством, которое послужит надолго нашим людям. Я обращаюсь с тем предприятиям, которые участвовали в этих программах, к депутатскому корпусу муниципальных образований, депутатскому корпусу районного совета и, конечно же, к администрациям глав муниципальных образований и района. Мы вместе с вами и со всеми неравнодушными людьми сумели этот год прожить достойно. Мы с вами не допустили ни одной чрезвычайной ситуации. В наших домах тепло. Мы выполнили весь бюджет. И даже сделали заделы на следующий. Все это стало возможно благодаря человеческому капиталу. У нас есть производительные силы и производственные отношения, которые позволяют нам достойно делать те дела, которые будут служить людям на долгие годы. С Новым годом, дорогие друзья! Желаю вам здоровья, веселья, вкуса жизни. С Новым годом еще раз и с наступающим Рождеством!